игра сегодня, твои впечатления? Ну, была сегодня очень сложная игра, потому что эмоции после кубка мы немного растеряли. Тяжело было перейти в себя, потому что, ну, затратили очень много сил в финале. Нужно было выигрывать, но, к сожалению, чуть-чуть не смогли додержать концентрацию. В конце пропустили два необязательных гола. К сожалению, ну, так получилось у нас сегодня. И просто погодные условия сегодня тоже были, как газон? Ну да, газон был мягкий, но если сравнивать с динамовским газоном, то он гораздо лучше был здесь сегодня, чем на стадионе «Динамо». Поэтому, в принципе, мы могли играть и должны были играть, просто сами не сделали того, что мы должны были. Сразу после перерыва команда забивает два мяча, и такой же отрезок мы уже пропускаем. Вот, в чем потом? Ну, когда мы забивали, наверное, соперник потерял концентрацию, а в вину своих голов мы тоже где-то растеряли концентрацию. Эти два момента сами виноваты, сами себе придумали. Поэтому нужно работать, исправлять свои ошибки, не обрезать в таких простых ситуациях, как у нас получилось сегодня.